Насколько серьезен уровень турнира и что такое рукопашный бой в целом, становится понятно уже по первым схваткам. Удары, болевые приемы и, как следствие, первые слезы. Правда, как говорят тренеры, боль тут ни при чем. Все больше от разочарования. Бескомпромиссность и желание борьбы – одно из главных особенностей этого вида спорта. Юные девушки с виду легко и непринужденно отправляют соперниц в нокаут, а молодые бойцы в пылу борьбы не слышат даже свистка судьи. В Брянск на кружной чемпионат приехали сильнейшие спортсмены из 13 регионов ЦФО. Те, кто смог пройти сито отборочных соревнований в своих областях. Такого плана соревнования у нас проводятся впервые, хотя, конечно, проводились и более серьезные. Но мы решили взять в этом году эти соревнования в связи с тем, что у нас очень много талантливых ребят. Хотелось бы, чтобы они все имели возможность посоревноваться с представителями других регионов Центрального федерального округа. По итогам этих соревнований определится сборная команда, которая будет участвовать в городе Ессентуки Ставропольского края в финальной части первенства страны по рукопашному бою. Всего путевки на чемпионат страны были разыграны в трех возрастных группах. Особое внимание, как и полагается, команде хозяев. Сборная Брянской области на этом турнире самая многочисленная, более 60 человек. Среди них и победитель первенства России 2011 года Дарья Новикова. Вес у меня 45, а в этом году я буду выступать 50, так как нету соперниц моего веса. Поэтому соперницы есть достойные, есть новички, есть к чему стремиться. Первые схватки Дарьи на этом турнире показали, что особых проблем с переходом в новую для себя весовую категорию лидер сборной не испытал. Всего полторы минуты потребовалось брянской спортсменке, чтобы оформить выход в следующий круг соревнований. По мнению специалистов, уже в ближайшее время молодая спортсменка готова пополнить и без того внушительное представительство Брянской области в сборной команде России. В настоящее время три члена сборной страны из Брянщины. Это Лена Горовая, чемпионка страны. Елена Мосина, она серебряный призер первенства страны. Не первенство, а чемпионата страны. Первенство это среди юношей, а чемпионат это среди взрослых. И Гончаров Павел, он серебряный призер первенства страны среди молодежи. И серебряный призер чемпионата страны в абсолютной весовой категории. За три дня ожесточенных поединков бойцы разыграли более 40 комплектов наград. В копилке сборной Брянской области в итоге 6 золотых медалей. В число лучших бойцов турнира попали Максим Фомин, Кирилл Кривилев, Максим Афонин и Александр Евелевич среди юношей, а также Валерия Ковалева и Ася Катиева среди девушек. Всего же путевки на чемпионат России получили около 20 представителей различных школ региона. Дмитрий Кузнецов, Аристарх Никитин. События. Брянск.